Проклеили первый слой вибропласта в дверях на автомобиле Toyota Camry. Показываю, что у нас получилось. Такой вот сплошной ковер мы проклеили. Все тщательно прокатали валиком. И также приступили клеить второй слой. Вот. Ну и проклеили крышу. Как видите, тоже все прокатали тщательно валиком. Приступили клеить второй слой шумопоглотителя. Смотрим дальше.